Уважаемые коллеги, дорогие дети, мы все с вами прекрасно знаем фамилию Шпаро, и это люди, которые, я все-таки думаю, далеко не благодаря какому-то особому физическим своим каким-то особым свойствам, а благодаря особому характеру, смогли в своей жизни совершить то, что, чем зачитывались много лет и зачитываются сегодня целые поколения, что известно не только в Москве и не только в России, а во всем мире. И я хочу сказать ко всем детям, которые сидят в зале, хочу сказать всем нам, взрослым, что наши возможности ограничены только нашим характером. Нет других ограничений, к счастью, на наши возможности. Поэтому, несмотря на разные условия, в которых мы оказываемся в этой жизни, я хочу, чтобы у каждого из нас и у тех детей, которые сегодня в зале, был характер, позволяющий им в жизни совершить то, что они хотят совершить, добиться тех результатов, которые они хотят добиться. И я думаю, что то, что сегодня в самом деле тысячи руководителей системы образования Москвы видят вас, видят этих детей, это должно помочь ребятам в зале формирование того характера, который позволит им добиться в жизни всего того, к чему они стремятся. Поэтому спасибо, Дмитрий Игоревич, спасибо, Матвей Дмитриевич, за ту работу, которую вы делаете, за тех ребят, в которых вы закладываете великолепный характер, и хочу пожелать и вам, и ребятам, которые в зале, и всем нам, чтобы все, к чему мы стремились в нашей жизни, свершалось, чтобы мы этого добивались. Спасибо огромное.